Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг – это требование времени для такой хорошо всем известной организации, как многофункциональный центр. Условия работы и приема граждан в только что открывшемся новом офисе МФЦ отвечают самым современным требованиям. В этом мы смогли убедиться, побывав на торжественном открытии офиса. Славянский многофункциональный центр за более чем десятилетие своей работы сумел стать очень нужным для многих жителей. Именно сюда они приходят, чтобы получить важные для них услуги по принципу одного окна. С момента образования и по настоящее время это учреждение входит в число лучших в Краснодарском крае. Оно неоднократно было среди призеров краевого смотра конкурса. И вот состоялось радостное событие в развитии центра. Его офис переехал на противоположную сторону улицы Отдельской и расположился сейчас на первом этаже нового жилого комплекса «Озерный». Офис выполнен в едином фирменном стиле центров «Мои документы». Его площадь стала больше на 170 квадратных метров. На торжественном открытии офиса с приветственным словом выступил глава Славянского района Роман Синеговский. Мы открывали первый офис единого окна, создавали условия для наших жителей, где можно было, как говорится, меньше собирать справок, да, обращаться к посредническим услугам, в одном месте решать практически все вопросы. Сегодня мы присутствуем при открытии нового офиса. Честно вам скажу, за новую историю, вот 10 лет вы переезжаете в более комфортные условия. Не у каждого так получается, не у каждой службы. Директор краевого МФЦ Валерий Середа в своем выступлении подчеркнул, что работа центра в Славянске на Кубани очень востребована жителями. И с открытием нового офиса всем славянцам будет еще удобнее пользоваться услугами. На работу нужно всегда ходить с желанием. Да, я думаю, те условия, которые мы сегодня здесь создаем, они это желание повысят, создадут то настроение, которое должно быть. Самое главное, прежде всего, при переезде в офис, это то, что мы создаем комфортные условия, прежде всего, для вас, а также для заявителей. Перерезание традиционной красной ленты было встречено горячими аплодисментами. Затем директор Славянского МФЦ Елена Трофимова показала почетным гостям все достоинства помещения. Оно светлое, очень удобное, как для посетителей, так и для сотрудников. Приятно, что руководством края Венеровичем Кондратьевым, его коллегами было принято серьезное решение по улучшению условий для граждан и, конечно же, для коллектива, который здесь работает. Мы видим светлое помещение, современное, значит, все современные средства цифровизации, интернет, вот буквально все условия, которые необходимы сегодня действительно получать услугу качественно, не стоять в очереди, не бегая за справками, не переплачивать посредникам. И все остальное. Все мы знаем, что есть одинокие мамы, да? Мы обратили внимание, что руководство предусмотрело детский уголок. В этом офисе можно получить и оформить такую услугу, как получение загранпаспорта по новым технологиям с использованием криптокабины. Основной спектр, который мы принимаем для себя при переезде в любой новый офис, это качество, доступность и комфортность для граждан, которые непосредственно приходят и получают услуги. Данный офис открыт по новым стандартам, а также вы можете уже понаблюдать о том, что есть в данном офисе можно получить и оформить новые услуги, такие как, например, получение нового загранпаспорта по новым технологиям в криптокабинах. То есть вы приходите в оборудование, фотографируете и все, дальше приходите уже за получением результата. Директор Славянского многофункционального центра Елена Трофимова убеждена в том, что с переселением в этот офис открывается новая страница в истории учреждения. Наш коллектив, он складывается не только из сотрудников офиса, я хочу сказать, но у нас еще и 14 ТОСПов во всех поселениях Славянского района. Коллектив офиса – это, скажем так, ну, лицевая сторона, потому что мы работаем в районном центре. Но к нам обращаются жители не только с города Славянска на Кубани, но абсолютно со всего района. Повышение комфортности для посетителей – это еще и повышение и улучшение условий труда для наших сотрудников. Наши сотрудники предоставляют услуги, поэтому условия их труда тоже являются важной составляющей нашей работы. Поэтому сегодняшнее событие в
плюсе и для посетителей, и для наших сотрудников, что, я думаю, отразится на результатах нашей работы. Весь дружный коллектив многофункционального центра воодушевлен свершившимся переездом. Сотрудники с новыми силами приступили к своим нелегким обязанностям. Коллектив Славянского филиала МФЦ благодарит краевое руководство за созданные комфортные условия труда. Каждый день мы ходим на работу с удовольствием, а в такой красивый офис в особенности. Мы рады вам помочь. В офисе будут работать 16 окон приема. С целью создания благоприятных условий обслуживания внедряются новые технологии. Здесь также все сделано для людей с ограниченными возможностями здоровья. Рядом со зданием есть остановка общественного транспорта и паркинг. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».